Добрый день, уважаемый народ Украины, уважаемые журналисты. Украина, входя в Совет Европы, подписывая соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, приняла на себя обязательство соблюдать базовые директивы, предписания и рекомендации. Это же касается предвыборного законодательства. Значит, на сегодняшний момент в зал внесено несколько законопроектов об изменении закона, по которому будут проходить местные выборы уже этой осенью. При этом различные фракции коалиции лоббируют перед самими выборами изменение законодательства в ту сторону, которая удобна каждой из этих партий. То, что касается выборов, европейское законодательство дает нам указание руководствоваться сводом рекомендуемых норм при проведении выборов, которые были приняты Венецианской комиссией на 52-й сессии 18-19 октября 2002 года. Вот этот документ. Значит, что в данном документе сказано? Параграф 2, пункт Б. Следует запретить пересматривать основополагающие элементы закона о выборах, в частности, регулирующие саму избирательную систему, составы избирательных комиссий и определение границ избирательных округов менее чем за год до проведения выборов. Поэтому попытка изменить законодательство сегодня под те политические партии, которые находятся у власти, это ничего другое, как нарушение европейских норм, европейского законодательства и попытка создать предпосылки для фальсификации выборов. Нельзя 100 раз в день кричать о том, что мы идем в Европу, о том, что у нас европейская власть, европейская коалиция, при этом таким образом нарушать базовые европейские нормы и рекомендации. Это первое. Второе. Закон о местных выборах должен быть понятен всему обществу. И учитывая, что сегодня несколько законопроектов сейчас хотят выносить в зал, там разные фракции, по-разному, разное видение, то необходимо применить наиболее адекватную процедуру. А наиболее адекватная процедура – это провести реальные общественные слушания вместе с местными громадами, вместе с районами, городами, областями, там, где будут проходить эти выборы, для того, чтобы отработать наиболее эффективные механизмы, наиболее эффективный вариант. Также власть должна найти механизмы, каким образом сделать так, чтобы голосовали беженцы, которых у нас уже более миллиона. И третье. В законах, которые предлагаются коалицией, уже заложен механизм фальсификации, который они пытаются продавить. Чего только стоит норма, что сама комиссия может определять выборы как несостоявшиеся на том или ином участке. Мы понимаем, что представительство в комиссиях идет от парламентских фракций, соответственно, у коалиции железно будет большинство во всех избирательных комиссиях. Таким образом, там, где выборы состоятся не так, как хочет действующая власть, они будут просто отменять. А если отменят 25 участков, то они могут отменять выборы в целых городах и областях, где выборы прошли не так, как им надо. Второй пункт. Согласно тех законов, которые сейчас протягивают коалиция, системный администратор, это человек, который вводит данные в компьютер, находится в отдельной комнате. Это вообще недопустимо. Он должен находиться, системный администратор, в общем зале, и как он работает, должны видеть все члены избирательной комиссии. Я с полной ответственностью заявляю, что на 30-м, 50-м, 60-м округах, на парламентских выборах, выборы были просто сфальсифицированы через системных администраторов, и сейчас власть тянет тот же механизм и на местные выборы. Очень спорными с точки зрения свободы слова являются и нормы, которые полностью запрещают теле- и радиоагитацию во время избирательной кампании. Я подчеркну, что мы, оппозиционный блок, стоим за создание прозрачной и европейской системы выборов, которой в окончательных бюллетнях будет написано то, за что проголосовали люди, а не была бы проведена фальсификация. Выборы должны пройти вовремя, выборы должны пройти честно. Базово мы, как оппозиционный блок, за пропорциональную систему с открытыми списками. Но это не должно быть
перед самыми выборами. Это не должно быть в попухах, и там не должны быть заложены механизмы фальсификаций. На сегодня наиболее правильное действие, которое может сделать украинский парламент, если это демократический украинский парламент, это инициировать реальные общественные слушания с обязательным участием городских, районных, областных, то есть территориальных общин, там, где будут эти выборы непосредственно проходить. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Началась новая парламентская неделя, и мы с вами ознакомились с повесткой дня. Что больше всего вызывает недоразумение, это то, что на этой неделе парламент не планирует опять рассматривать пакет социальных законопроектов. И, к сожалению, в повестке дня парламента также нет ни одного проекта оппозиции, который зарегистрирован в парламенте. Я хочу сказать от имени оппозиционного блока, что мы поддерживаем полностью требования профсоюзов, общественных организаций, чернобыльцев, ветеранов, тех людей, которые вышли сегодня под стены парламента с требованием индексации пенсий и заработных плат, моратория на повышение тарифов, отмены страшного налога на пенсии и возврат справедливой системы выплаты пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что парламент должен все-таки как-то спуститься с небес на землю, выйти к людям, которые сегодня пикетируют парламент, и понимать, что сегодня пришли тысячи. Но не нужно доводить ситуацию до того, чтобы завтра пришли сотни тысяч. Нужно путем диалога, путем компромисса сейчас принимать решения. Поэтому оппозиционный блок зарегистрировал пакет законопроектов еще в феврале месяце, где мы требуем пересмотреть пенсии и заработные платы, проиндексировать их. Мы внесли законопроект о моратории на повышение тарифов. Мы внесли законопроект об отмене налога на пенсию и освободить работающих пенсионеров от права нормально получать свою пенсию, вернуть пенсию государственным служащим и не издеваться сегодня над этими людьми. И, конечно, не первый раз мы поднимаем и настаиваем на том, чтобы вопрос поддержки переселенцев, государственной программы, принятие необходимых законодательных актов был урегулирован в парламенте. Следующее воскресенье – Всемирный день беженцев. И мы надеемся, что вот эта коалиция, которая сегодня занимает руководящую роль в парламенте, найдет в себе все-таки чувство ответственности, хоть капельку, но примет необходимые законопроекты, чтобы поддержать более миллиона людей, которые сегодня остались брошенными на произвол судьбы в нашей стране. И также на прошлой неделе вместе с Комитетом по социальной политике мы выехали в Славянск. Мы посмотрели на город, который год назад был полностью освобожден. Город, который вернулся на контролируемую часть Украины, где сегодня уже год, как украинская власть. Но, к сожалению, 6 тысяч домов, которые были повреждены, ни копейки денег государство не выделило на их восстановление. Есть такой поселок сегодня, который полностью был разрушен, поселок Семеновка. К сожалению, люди зиму провели там в землянках, но они сейчас ни копейки не получили поддержки со стороны государства. Поэтому я очень благодарна членам Комитета социальной политики, которые, несмотря ни на какие провокации и противодействия со стороны власти, приехали в Славянск, которые провели там заседание, реально посмотрели на ситуацию дел, и я надеюсь, что они смогут донести до своих соплеменников по коалиции о том, что сегодня нужно переходить от популистических заявлений, от постоянных склок, скандалов, кадровых разборок, которые они устраивают, к реальным, профессиональным и эффективным решениям. Со своей стороны, оппозиционный блок весь пакет необходимых законов подготовил, зарегистрировал в парламенте, и мы готовы помочь, поддержать и сделать все, чтобы те необходимые решения, которые помогут и защитят сегодня людей, были приняты. И мы очень на это надеемся. Спасибо. Дуже дякуємо. Брифінг завершуємо.